Читерить можно разными способами. Иногда ради забавы, иногда ради выгоды. Но также люди очень часто попадаются с поличным. Сегодня GameRanks представляет вам 10 самых глупых читеров, которых поймали. Номер 10. В Overwatch периодически выпускают обновления, которые банят кучу читеров. Естественно, апдейты выпускают не только из-за них, там еще куча крутых вещей. Однако читерам после очередного обновления пришлось несладко. Не так давно мы переводили видео о читерстве, как работают аимботы и так далее. Но, похоже, некоторые люди не хотят понимать, что читы использовать не стоит. Кто-то может даже скажет, что этот аимбот не палится, его можно использовать в Overwatch, все будет в порядке. Возможно, в какой-то момент это даже было правдой, но любой ответственный разработчик следит за такими вещами. Все эти глупышки считают, что Blizzard не следит за этим, чтобы банить. Некоторые же из них очень злились на Blizzard за то, что их банили из-за читерства. Кто-то даже пригрозил засудить Blizzard. Ну да, это определенно хорошая идея, особенно учитывая, что в соглашении четко написано, что читерить в игре нельзя, и вас за это забанят. Номер 9. А вот эти ребята очень глупые, и в то же время довольно умные. Сейчас поясню. В играх FIFA от Electronic Arts есть валюта, называемая FIFA монетами. Используя средства разработки, несколько хакеров разработали майнер FIFA монет, вроде майнинга биткоинов, только предназначенный он для футбольной валюты. Кроме того, это валюта, на которой EA легально зарабатывают деньги, они создали ее в своих собственных целях для игроков FIFA. То есть, если вы добываете эти монеты, а затем продаете, зарабатывая деньги, то таким образом вы просто обворовываете EA, правда, несколько обходным путем. Эти монеты должны покупаться или получаться за победу в играх FIFA. Однако эти ребята не отмывали деньги, а просто переводили их на свои собственные счета, где есть их имена. Поймать их было нетрудно, и доказательств против них нашлось немало. По сообщениям жюри присяжных, признали подсудных виновными. Звучит это жестковато, учитывая то, за что их судили. Заговор с целью мошенничества. Ух. Номер 8. Одна компания предоставляет ежемесячную подписку на читы для Overwatch. Компания Bossland расположена в Германии. И угадайте, кто подал на них в суд? Все верно, Blizzard. Они же не глупые и понимают, что победить будет нетрудно. Если вы используете читы в Overwatch, вас забанят, но вряд ли на вас подадут в суд. На самом деле большинство людей, кто делает читы и подобные программы, а также распространяет их, не часто на этом зарабатывают. Они этим занимаются, потому что им нравится читерить. Им хочется быть лучше, а не стараться, чтобы как-то развиваться. Так вот, они тоже попались. Однако эту компанию вряд ли ждет, так сказать, лучшая участь. Это очень наглая предпринимательская деятельность, когда вы решаете просто продавать читы к игре. Это настолько дерзко, что вы сами напрашиваетесь на неприятности. Номер 7. Сиво – это киберспортивная компания, построенная вокруг Counter-Strike. Они очень серьезно относятся к читерству на всех своих серверах и банят за них. Занимаются они этим серьезно, потому что работают в более профессиональном окружении. Все дело в деньгах. Есть турниры бесплатные и есть турниры на деньги. Это касается не только Counter-Strike, но именно с него все началось. Когда один чувак попался на читерстве, используя одно и то же свое настоящее имя на всех своих аккаунтах, на всех из которых его банили за читерство, сервер-админ попытался с ним поговорить, чтобы он перестал так делать. «Чувак, мы все видим, мы все знаем, и прекрати уже это делать!» Номер 6. Читеры в Destiny делают, пожалуй, самые раздражающие вещи на PS4. Они используют окно уведомлений, чтобы затемнить радар в Destiny. С одной стороны, это опять же очень умно. Умно, что кто-то до такого додумался, кто-то хорошенько голову поломал. Только вот сложно найти платформу, на которой легче получить бан, чем на PlayStation 4. Они уже перешли от обычного бана аккаунтов, потому что таковой можно завести заново. Теперь они банят сами консоли. Типа, хватит уже заниматься такой фигней. Хватит спамить в личку людей, чтобы закрыть им радар. Это очень низко. Номер 5. Игроков банят за то, что они используют самый популярный чит для Team Fortress 2 – LMAO Box в UGC. Возможно, вы слышали эту лигу, которую продвигают сами Valve. То есть, в прошлом году они запустили соревновательный режим для Team Fortress 2, пытаясь попасть на волну киберспорта, где есть уже множество других игр. По правде говоря, Team Fortress к этому причастен. Это был лишь вопрос времени, когда у людей начнутся неприятности. Но читерить в лиге? Нет уж, извините. Так нельзя. Вы сами напрашиваетесь. Номер 4. Все до единого, кто читерил в Grand Theft Auto Online до октября 2016 года, считали себя хитроумными. Но в октябре с ними покончили. Если вы читерили, то вам конец. Деньги, заработанные любым способом, кроме задуманного, то есть по мере игры, как вы и должны были, убраны со всех аккаунтов.
Аккаунты людей, которые делали так долгое время и по сути создали на эти деньги много вещей, их аккаунты полностью зачистили, а также забанили на какое-то время. Видимо, забанили не навсегда, иначе не было бы смысла стирать их аккаунты, а так, по возвращении они начнут игру с чистого листа. Будьте честны в этом крупном симуляторе преступлений. Другим преступникам тоже нужен шанс, а то это не круто. Номер 3. В том году было немало судебных дел. Похоже, все-таки людей, желающих заработать на читерстве в играх, не поуменьшилось. Особенно, когда это запрещено и создатели игр не получают никакой прибыли. Вряд ли это кого-то может удивить, когда еще один сервис с подпиской отстраняют от игры и подают на них в суд. Такая история случилась с League Sharp. Они делали так для Лиги Легенд, и Riot Games это не понравилось. Но тут есть одна проблема. Их сервис буквально внедряет ассемблеры или скрипты в код на серверах Лиги Легенд. Другими словами, это самый настоящий взлом. Может быть, он не такой продвинутый, но он уж точно не совсем законный. Очень сомнительно внедрять собственный код в интеллектуальную собственность других людей. Подобные вещи отследить очень просто, и я не понимаю, почему все эти люди считают, что смогут на этом построить свой бизнес. Вот вам визитка, на случай, если вы захотите узнать, чем я занимаюсь. Тут мое имя, телефон, контактные данные. Конечно, визитные карточки-то они не выдают, но с такими темпами скоро начнут. Номер 2. В Pokemon Sun and Moon нашли баг, каким казалось. Многие люди утверждали, что сохранение в центрах покемонов портит игру. Как оказалось, проблема была в том, что они использовали программу для редактирования сохранений для получения лучших покемонов более простым способом. Программа называется PKHex, с помощью которой вы можете редактировать сохранения покемонов. Поэтому такие сохранения и ломают игру. Если вы когда-нибудь жаловались на них, то спалились на том, что считерили. На самом деле, мне не кажется, что читерить в одиночной игре плохо. Кому какое дело? Но Pokemon это не совсем одиночная игра, потому что вы можете играть против других людей, поэтому это не круто. Номер 1. Вероятно, это самые глупые читеры всех времен. Один человек под ником AndroidL выпустил кучу, так сказать, фейковых читов. Если объяснить проще, то по сути они очень быстро подставляют людей под баны, то есть читы намеренно попадались под автоматическую античит-систему Valve, которая естественно банила всех, кто их скачивал. Отличная работа, AndroidL, ты постарался на славу. Это один из настоящих героев, который делает мир безопаснее для всех остальных. А вас когда-нибудь ловили на читерстве в онлайн-играх? А может, банили? Сожалеете ли вы об этом? Делитесь своими интересными историями с нами. Только не раскрывайте свою личность, а то некоторые люди не любят читеров. Можно сказать, знавал я одного читера, и все в этом роде. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Это видео переведено и озвучено при поддержке нашего патрона Павлика. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте.